Да мозг развить нельзя. Человек рождается с тем количеством склеток, которым и умирает. Тенденции-то есть, уж говорится, что мозг уменьшается, например, у Да, человечества. это в Может быть, у процессе женщин он начнет эволюции. увеличиваться, нет, со временем, в Но процессе могу развития, успокоить возможно? женщин тем, что с возрастом он у них уменьшается меньше, чем у мужчин. О! И подравнивается к 85 годам полностью. Ну, смотря какая разница исходная. В некоторых просто Да-да-да. этнических группах разница Естественно. составляет 250 грамм между мужчинами и женщинами, а это уже... А блондинки действительно в большинстве глуповаты, Да нет, согласна. способности у блондинок очень хорошие. Но дело-то в том, что у блондинок поведение мотивировано очень простыми тремя принципами, о которых я говорил. Размножение, еда и доминантность. У особенно симпатичных блондинок эта проблема решается как бы походя, ввиду их исключительности. Тогда мозг экономит, думать-то не надо, уже и все так природа дала. А раз они им не пользуются, то и склероз начинается раньше. Поэтому действительно иногда этот анекдот о том, почему блондинки носят очки на голове, а не на глазах, он имеет действительно внятное объяснение.